Ура! Мы приехали. Лазаревская. Лазаревская, привет! Поставить надо все. Вот. Нам эти места знакомы. Гуляли, ходили. Ну, мы с 2015 года отдыхаем в Лазаревской. Как тут берю за второй этаж там есть. Жилье есть, да? Да, да. Мы уже забронировали. А у вас тоже есть жилье, да? У меня туда, ближе к центру. Ну, визиточку возьми здесь. Давайте. Может, пригодится. Давайте, вдруг. Ага. Какая может, улица? Здесь, у меня Победы улица. Ага. Центральная улица. Все понятно. Хорошо. А по цене на двух с удобствами? Сколько? В июне. И здесь сколько стоит номер? Да. На двух. Сколько? Сколько стоит? Здесь сколько? 1300 вот сейчас до... За двоих, да? Да. Угу. Ой, вы сюда даже заезжаете. Ну надо же. А можно так, да? Свирская 3, да? 3, да. По-моему, он куда-то вон туда, ну, уходить должна. Мы точно даже не помним. Наверное, вот 3-1, что ли, вот какой-то из красного кирпича такой домик. Вот этот, наверное, да? Ну, все. Спасибо вам большое. Сидим, ждем заселения, друзья. Заселение у нас написано с 10 часов. Мы сидим вот здесь вот на свирке, на речечке, на маленькой, на такой, там она натечет. Вот. Уставшие, но довольные. Давайте я вам покажу. Окружает нас вот такой тенек. Мы здесь будем так вот отдыхать, ходить. Вот наша улочка и наша речка. Свирка. Очень уютная улица. Так, вот так вот входишь в наш гостевой дом. Ступеньки, плиточка. От мух висит. Вот такая. Ну, тюль, скажем так. Очень приятные обои. Выключатели. Розетка. Сразу ванна, друзья.
плиточка под самый потолок и даже потолок. Унитаз имеется, все чистенько, хорошо. Так, водичка немножко сочится. Зеркало для мыла, стаканчик, мыло, душ. Вот такая небольшая ванна. Все открыто, все проветривается, нигде не застаивается влажный воздух. Коврик на пол, я так понимаю. Вот. Полотенчик вот для ног. Крючочки вешать полотенце или еще что-либо. При входе вот такой коврик, ножки вытирать. Очень все чистенько, хорошо. Столик, батарея. Можно зимнее время отдыхать в этой гостинице. Окно деревянное с решеткой, чтобы никто не влез. Так, в углу стоит шкаф. Сейчас я подойду, его открою. А, или Сережа откроет. Так вот, имеются вешалки. Ну, а там, наверное, просто вот полочки. Одеяло еще, да, кстати, одеяло. Вот такое украшение, папоротник. Полноценный дом, ребят, он отапливается. Хозяин у нас Александр Александрович, такой очень солидный мужчина. Вешалка для одежды также имеется. Также имеется зеркало, вот такое. Красивая. Во дворе, вы сейчас слышали, шумит павлин. Кондиционер. Друзья, но сейчас прохладно, мы им пока пользоваться не будем, кондиционером. Имеются две односпальные кровати. Полотенца уже выданы. Вот такой торшер. Красивый. Вот. Шторы, окно тоже такое, ну, зарешечено. Приятные шторочки. Светильничек. И тумбочка, вижу, одна. И вторая тумбочка, это торшер, я вам показывала. Вот, и вот. Мебель какая-то вся эмалированная. А здесь вот такие узенькие. И внизу вот имеется тазик. Эти одеяла, чтобы укрываться, если вдруг холодно, я так понимаю. Вот. Все чисто, аккуратно, из каждого угла. Все выгребало. Все чисто, в общем. Также имеется общая информация по заселению в гостиницу «Свирель». При заселении, друзья, я заполнила анкету, где ввела паспортные данные и дату нашего заезда и отъезда. Также посчитали также заранний заезд и поздний выезд. Итого у нас с 11 по 26 число получилась сумма 23 300. Комната довольно-таки большая. Телевизор можно включить. В розетку он включен уже. Так, наверное, включен. Нажимаем. Так. Все отлично, телевизор работает, придает такую атмосферу уютную данной нашей комнатке. Сделать потише, а то он, павлин, начинает орать. А, не спросили вы, мы еще, он вино не продает, хозяин. Ну ничего, попозже спросим. Вот. Так что, друзья, отлично. Отлично. Мы не против, что кровати раздельные абсолютно. Я даже за. Не будем друг другу мешать. Вот, мы сейчас уже тут побросали свои вещи.
Сейчас все развесим, чтобы у нас все было всегда чистенько, аккуратненько. Уборщица здесь, Лена ее зовут, хозяин предупредил, она борется за чистоту. У нее, в общем, все будет в ажуре. Не сорить у нее. Вот такие, друзья, дела. Мы очень довольны. Итак, друзья, покажу вам территорию. Вот такая красивая территория. Номера все заняты здесь. Это наша дверь. Столики имеются. Все чисто, ухожено. Плиточка не скользкая. Зелень. Вообще все прекрасно. Вот такая травка посажена. Фигурки имеются красивые, вот такие зверушки. Вот такая классная беседочка имеется для курения. Сережа вот у меня уже здесь сидит. Вот. Вот такая, вот такой выход в калитку, вот в эти ворота. Вот. При входе тоже очень красиво все. Посажены разные цветочки. Вот такой красивый уютный дворик. Ой, как красиво все. Вот ель такая. Здесь вот тоже своеобразный такой уголочек. Вообще шикарная гостиница у нас, шикарные гортензии. Ой, какая красота. Просто ум один. Какая красота. В общем, все, все чисто и хорошо. Мушмула даже растет. Ой, прекрасно, прекрасно. Все прям вообще. Ступенечки такие. Беседочка поднята над землей, чтобы не гнила. Все сделано с умом. Выложена стена плиточкой. Бамбук тоже в таком стиле. Классно. И растет вот такой замечательный виноград. Плетется. Посмотрите, какой толщины ствол. Дерево прям. Шторочки. Такая вот беседочка классная. Просто классная. Столик. Бычки. Друзья, мы приехали сюда в 5 утра. 4:30 утра. Вот, а сейчас, друзья, вот, и мы уже заселились. Без 10:06. Вот. Также вот, если вам интересно, важная информация есть для гостей. Сейчас я очки одену. Так. Сережа, мы с тобой довольны? Сережа, мы с тобой довольны? Довольны. Собрались на морюшко. Сидим пока в беседке. Сережа без курева, без своего не может. Вот. Говорят, море ровное, ни штиля, ничего нет. Тепленькое, 25-27 даже говорят. И на улице прям очень хорошо. Пришла, друзья, погреть кофе на кухонку, на нашу. Обратите внимание на сертификат. Ой, такая кухонка, все чистенько. Вот мой чайничек грею вот так на газовой плите. Умывальничек.
набором посуды. Ну, естественно, в столах тоже набор посуды имеется. Также имеется вот такой столик для принятия пищи, гладильная доска и даже вот батарея отопления проходит здесь, чтобы не замерзала. Правила кухни.